сделать систему коммунальных платежей прозрачной, дать исчерпывающую информацию о деятельности управляющих компаний, а также о злостных должниках. Все это поможет сделать государственная информационная система ЖКХ. Курская область в числе первых, где реализуется этот проект. Население должно платить справедливо. Это главный тезис, который озвучили на рабочем заседании в Доме Советов. В Курской, а также в Белгородской, Пензенской, Тульской областях и Удмуртии реализуют пилотный проект уникальной для нашей страны информационной системы ЖКХ. И опыт нашего региона признан экспертами лучшим. Мы сегодня вошли в пятерку, скажу, что передовиков по созданию новой такой структуры, которая называется ГИС-ЖКХ. То есть это структура та, которая будет показывать все, что сегодня делается. В каждом доме мы можем, или каждый человек может выйти на сайт, посмотреть, что, где, какие проблемы, и здесь же сразу оставить свое какое-то заявление. Населению не надо будет беспокоиться о том, что при смене управляющей компании потеряется информация. А значит, не возникнет ситуации с двойными квитанциями и бесконечными перерасчетами. Позволит каждому жителю, во-первых, смотреть, видеть, заходить в личный кабинет и понимать, за что он платит, какое качество услуги. Через эти личные кабинеты будет обратная связь. В конечном итоге полная открытость и достоверность информации позволит не только контролировать работу управляющих компаний, но и влиять на образование коммунальных тарифов и качество оказываемых услуг. А пока информационная система ЖКХ не начала работать в полном объеме, куряне могут через интернет пожаловаться на управляющую компанию. Заявление в адрес государственной жилинспекции можно оставить на официальном сайте в разделе «Интернет-приемные». Ответ должен прийти в течение 30 дней. Тарас Степаненко, Андрей Дегтярев, телеканал «7».